Россия считает неприемлемой и выстраиваемую Евросоюзом политику давления в отношении Минска. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, ситуация с экстренной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска стала лишь очередным предлогом для наращивания санкционного давления на Беларусь. Отметила представитель российского МИДа и зеленую повестку, столь значимую, казалось бы, для ЕС. По оценкам, опять же, ЕСовских экспертов, оценки не наши, это специалисты Евросоюза, сделали такой вывод. Вот так называемый облет перевозчиками стран-членов ЕС воздушного пространства Беларуси обходится ежедневно в дополнительные 79 тонн авиационного топлива. И это приводит к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу на 250 тонн в день. Вот, кстати, хороший вопрос, что об этом думает Грета. Как заявил в ходе обсуждения белорусского сюжета в Европарламенте 8 июня высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, опять же, это прямая цитата, «не разбив яиц, омлета не сделаешь». Ну, хочется ответить господину Жозепу Боррелю, хотите омлет, пейте свои яйца.